Hey guys, с вами Шмики, и это очередное видео помощи, так сказать. Как вы уже поняли по названию, сегодня мы будем исправлять ошибку, связанную с кодеком. К примеру, вот у меня, допустим, есть игра, да, Character. Я ее скачал вот недавно, новенькая игруля 2019 года, и мне нужно ее, допустим, установить. Как же это делается? Проблема заключается в том, что при разархивировании кодека этого и именно запуска его, вот так, ладно, вот это та же самая игра, у вас изначально нету вот этих установщиков, а только есть кодек и вот этот кодекс и, кажется, инфо, если не ошибаюсь. Что вы делаете? В принципе, довольно тут все пока что все просто. Вы открываете с помощью какого-то архиватора. Ну, в моем случае это RAR. У вас вот открывается это все, что присутствует в кодеке ISO. Вы просто все это дело копируете и закидываете файлик в той же, где все установлено. После архивации у вас будут вот эти файлики. Дальше. Проблема заключается в том, что сетап при открытии, неважно как вы запустите, ну лучше запускайте от имени администратора. Но так как у меня уже, как вы видите, вот значок уже есть там, именно запуск администратора, то у меня всегда уведомление приходит. В чем проблема? При ее открытии появляется такая вот данная ошибочка, error. И, как вы видите, error, и все. То есть здесь ничего активировать нельзя. С чем это связано? Связано это именно с вашим компьютером. Такая же ситуация и у меня. То есть у вас не будет работать запущик. Как это исправить? Нажимайте правой кнопкой мыши по сетапу. После нажимаем «Исправить неполадки совместимости». Нажимаем. У вас идет обнаружение проблемы, которая с этим связана. После вас будут выбрать один из режимов диагностики. Мы используем рекомендованные параметры. После чего у нас после проверки покажет вот так, а так, а так. Вы просто нажимаете «Запустить программу». У вас вот, как видите, появляется запуск. Я нажимаю «Да». И сразу слышно по музыке, сразу можно уже понять, что все это дело работает. Только где вот оно само? Музыка есть, установщика нету. Понимаю. О, все. Со второй попытки, ребят, получилось. Как вы видите, у нас заиграла сразу же музыка, которую, конечно, можно выключить, но я сделаю ее просто немножко потише. И все, у вас, в принципе, все работает. Устанавливайте куда хотите, как вам удобно. Здесь я не знаю, я никогда вот эти показатели не трогаю. Я просто нажимаю дальше install. То есть у нас есть папка, куда будет загружаться, да? И все, просто нажимаете install. Файлы у нас скачаются. Давайте я даже, может, остановлю запись до того момента, как оно скачается. Так, в принципе, загрузка подходит к концу. В принципе, можно было бы нажать еще скопировать кодексовые документы, чтобы они сразу закинулись в игру. Но, кто его знает. Просто я смотрю, тут 9 гигабайт. Нахер оно нужно? Окей, в принципе, скачалось, да? Характер. Да, есть. Install. Характер запуск. Все, в чем еще может стать трудности? Трудности могут стать с кодеком, который бывает дают таблетку. Если игра не запускается, вот Windows No Edition, да? То есть, если есть такая же папочка, вот да, есть такая папочка, мы, в принципе, сюда скидываем то, что нужно. Так, давайте я точно посмотрю, какая-то там таблетка идет. Так, коды, Windows, Engine, Binary, Steamwork. А, ну короче, это со Steam связано, если вдруг не запускается. В принципе, ничего сложного. Вам этого, наверное, не понадобится. Это, кажется, если у вас full... Ну, сейчас, давайте. Contact Packs. Там нужно проверять файлы, которые, допустим, в кодексе, чтобы все было нормально. Хотя вы можете вот так же заменить. Ладно, неважно, давайте попробуем, запустится игра или нет.
Если она не запускается, значит, тот кодек, который именно таблетка дается, ее нужно активировать. Так, подтверждаем действие. Ну, в принципе, вся проблема именно... Ага, вот. В принципе, нам предлагают использовать NVIDIA да-да-да, мы просто нажимаем. В принципе, пока что черный экран я вижу. Это нормально, это стандарт в любых играх. Все, игра запустилась. Edit Setting. Да, игра работает, и не нужна даже была таблетка. То есть таблетка не понадобилась, можно выходить. Поэтому, ребят, как-то так. Пользуйтесь, решайте, крякайте, все в таком духе. Всем спасибо за просмотр, если вам помог, поставьте лайк, ставьте комментарий. Ну, чисто пожелание, я никого не заставляю, это чисто ваше свободное действие. Ну и в принципе всем пока.